Фестиваль – это самое, пожалуй, самое масштабное студенческое творческое событие в России и флагманский проект программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», которая с 2019 года входит в линейку проектов, программ и программ платформы «Россия – страна возможностей». В этом году участниками мероприятия станут 3500 студентов из всех регионов Российской Федерации. Наш край представят участники из вузов Камчатки. Это Анастасия Кравченко, Валерия Астракова, Артем Аветисян и Анна Макашова.